турнире, который называется Кубок мира для нашей команды. Сегодня сборная России в Оттаве на льду Корал-центра встречается с командой Соединенных Штатов Америки. Наверное, не удивлю вас, если скажу, что 18,5 тысяч болельщиков, которые до отказа заполнили этот очень красивый дворец спорта, переживают за нашу команду. Потому что, как вы, наверное, знаете, сборная Канады, выиграв накануне в полуфинале у команды Швеции во втором овертайме, была очень интересная игра со счетом 3-2. Канадцы вышли в финал, и теперь все хотят видеть в финале, чтобы соперником родоначальников хоккея, коими себя считают кленовые листья, стала команда России, то есть наша сборная. Но нужно еще пройти американцев. А как вы также, наверное, знаете, что 2 числа в Нью-Йорке, сейчас игра началась, Сергей Федоров проиграл вбрасывание. 2 числа в Нью-Йорке наша команда в Madison Square Garden проиграла со счетом 2-5 сборной США. И наши проигрывали уже 0-1 на 26-й секунде. Была заброшена шайба первая в наши ворота, и мы проигрывали по ходу этого матча 0-4. Евгений Зимин, вот сейчас, простите, опасный момент. Гол! Вы знаете, ну что же это такое делается? Очень похожее начало. Да, вот только я сказал, и прошло опять 26 секунд. Ну вот это просто какое-то роковое число для нас. В какой-то степени похожая комбинация. И те же действующие лица были на льду. И примерно такой же план, 16 номер сборной Соединенных Штатов Америки. Это Пэт Лафонтен забрасывает шайбу. Да. После его броска счет становится 1-0 в пользу сборных США. Я все-таки продолжу, о чем начал говорить, о том, что второй гол под Лафонтен забросил на этом турнире, о том, что Евгений Зимин, хоккеист, который забил первую шайбу в серии 72-го года в ворота Канады, который здесь пользуется большой популярностью. Он работал комментатором, а теперь помогает Михайлову. Он сказал, что два раза одному сопернику не проиграем. Вот еще одна такая интересная деталь нашей команды, которая живет в Оттаве. Посмотрим за этой атакой. Андрей Трефилов защищает наши ворота. Рассчиталось, ну, можно сказать и так, за гостиницу. Уже заказан чартер сразу после этого матча. Команда приехала с вещами, тем самым как бы сожжены мосты, что обратно возвращаться уже никто не будет, чтобы сразу отправиться в Филадельфию. То есть наши считают, что эту игру выиграют. Это еще такой, кстати, психологический момент, очень важный. Ну и вот, просто даже не знаю, как сказать. Такое неприятное, честно говоря, опять для нас начало. Ну что ж, будем считать, что игра пойдет по-другому в Нью-Йорке. Адам Дедмарш, он тоже был на площадке в стартовой пятерке у США, забросил шайбу. А вот сейчас Пэт Лафонтен. Очень важная игра для наших ребят. Очень важная, потому что проигравший из турнира выбывает, а победитель... Вот еще один момент! Нет, на этот раз Андрей Трефилов выручил нашу команду. Билл Дерин сейчас не смог добить шайбу. Потому что команда, которая проиграет, она заканчивает турнир, ну а победитель отправляется в Филадельфию, где встретится с командой Канады. После этого два матча, третий, если потребуется, финал до трех побед в Монреале. Не будем расстраиваться, потому что впереди еще много времени. В игре я скажу о, ну, прямо скажем так, неожиданном сюрпризе. Немчинов выбросил шайбу, но очень неудачно. О неприятном сюрпризе в сборной России. Хатчер и вот Брайан Лич. Брайан Лич, капитан американской сборной. Конечно же, он на льду. Еще почти 50 секунд сборная России будет в меньшинстве. Неплохо американцы разбрасывают шайбу. Вот какая ошибка. И тут же следует бросок по воротам. Хорошо, хорошо сейчас играет Сергей Зубов. Вовремя выбросил шайбу. Еще один бросок по воротам. Никак наши не могут шайбу из зоны вывести, выбросить подальше ее. Ну вот и то недалеко. Она попадает к Крису Челиусу.
ну, может быть, самому опытному, седьмой номер, обратите на него внимание. 2 минуты в первом периоде матча России и Соединенные Штаты Америки. Второй полуфинальный матч. Наши хоккеисты проигрывают 0-1. Встреча продолжается, и с шайбой Ковалев. Ковалев, Яшин, Зелепутин. Вот эта тройка нападения у нас на площадке, и Твердовский и Каспарайтис. Два защитника. Ну, вспоминая о том, как наши ребята здорово сыграли против Финна, вспомните первую шайбу, которую Алексей Ковалев забросил в подаче Яшина. Просто повороты, но очень опасный на месте. Трипило показался, а ворота Тони Амонта атаковал. Он бросал так неожиданно, резко, хлёсткий очень бросок получился. Помните, как забросили нашу первую шайбу, ребята, финнам? Комбинация, хороший выход. Ну, вот, может быть, Ковалев. Нет. Тони Амонте все-таки оттеснил Алексея Ковалева. Я думаю, что печальные выводы из первого проигранного матча американцам наши сделали. Наверное, большинство поклонников в нашей стране хоккея помнят его отца Бобби Халла, который выступал в Чикаго Блэк Хоукс. Сейчас он Спермер занимается так, домашними делами. А хоккей вспоминает очень редко, только на матче ветеранов. Силовой прием наши заиграли. Побольше стало силовых приемов. Я думаю, что это очень важно. Хотя вот здесь было заявление в печати Криса Челлиота, защитника американского, который сказал, что сегодня будет примерно такой же хоккей, какой канадцы показали в Ванкувере против русских. То есть тогда канадцы играли достаточно грубо, и в первую очередь Эрик Линдрен. Американцы побаиваются нашего комбинационного хоккея, быстрого розыгрыша, быстрых передач, поэтому, может быть, попытаются и с грубостью остановить. Петисов сейчас вошел в зону, но у него тоже шайбу отобрали. Петисов, Зубов сейчас на площадке. Коваленко, Ларионов и Козлов. Нет, простите, Федоров. Федоров сейчас тройка. Поменяли наши тренеры. Могильный. Передача! Ой-ой-ой, Майк Рихтер. Я не представил американского вратаря. Прошу прощения. Конечно же, Майк Рихтер. Он проводит все основные матчи в составе американцев. Прекрасно сейчас комбинация наши ребята разыграли. Жаль, что не повезло. Момент был отличный. Просто отличный. И я присоединяюсь к аплодисментам 18,5 поклонников хоккея, которые пришли в Coral Center. Поэтому опыт у него есть. И сколько вот сейчас, как говорят, знание предмета помогло ему спасти свою команду. Но сейчас еще один опасный момент. Коваленко. Нет, и у него не пошел бросок. А вспомните с финами, какую он шайбу прекрасную забил. Даже арбитр, который находится за воротами, не заметил этого. Сейчас нашим самое главное не раскрыться и во второй раз не пропустить. Американцы понимают, что русские пойдут вперед. Ну, русские, вот так я, как американцы говорю. Наши пойдут вперед. Раскроются, могут раскрыться, а кому забивать в этой команде есть. Безусловно, за последние годы американский хоккей сделал большой шаг вперед. Ларионов. Козлов. Хороший силовый прием, в чем дело? Арбитр усмотрел нарушение правил действия нашего игрока. Ну вот видите, почти 8 минут сыграно в первом периоде. И еще одно удаление в сборной России, в сборной США. А сейчас наша команда в меньшинстве. Наши ребята защищаются. Ну, честно говоря, на мой взгляд, надуманное, прямо скажем, удаление. Бет Лафонтен на площадке. Брэд Халл и пара защитников. Хатчер, Кевин Хатчер. Вы, наверное, знаете, что два брата играют. Дэрин и Кевин Хатчер в сборной США. Кевин старший, ему 29 лет. Да. Очень важный момент в матче сейчас. Халл. Хороший силовой прием. Валерий Зелепутин применил
И вот как раз на площадке появился Игорь Иванов, четвертый номер. Обратите внимание, игрок, который выступал в «Химике», как-то он так, честно говоря, несколько незаметно уехал, но уже давно играет в национальной хоккейной лиге, сменил несколько клубов, последняя его команда «Тампа Бэй Лайтнинг». Ну, практически с корабля на бал. Петисов. Петисов, Федоров, Зубов. Сейчас на площадке у нас хороший момент. Накрыл шайбу, но после этого уже она выскользнула из ловушки Андрея Трепилова, потому что его толкали. Нужно успокоиться сейчас. Нужно успокоиться. Я уже говорил о том, что момент очень важный в игре. Владимир Малахов у нас удален, еще 28 секунд он будет наблюдать за тем, как его партнеры защищаются. Вот на ваших экранах Андрей Трепилов, и сейчас нам покажет момент, когда прекрасно был, очень чисто выполнил силовой прием Валерия Телепутина против Брайана Лича сборной США. И на площадке пара защитников Лич и Гэри Сустер, 20-й номер. Ну, наверное, лучшая пара в составе американцев. Американцы играют 6 защитников. У нас просто тоже получается вот так 6 защитников, если учесть, что Игорь Уланов выполняет роль нападающего. Все, наши в полном составе отстояли свои ворота, но самое главное не расслабляться. С американцами этого никак нельзя. Вот такой момент сейчас получился. И еще одно удаление. Нет. На этот раз удаление будет в команде Соединенных Штатов Америки. Я, честно говоря, несколько дрогнул, потому что отвлекся и подумал, что Тари Грегсон удалил вновь нашего игрока, но Джон Леклер из Филадельфии Флайер. Который так опасно выходил к нашим воротам. Пропустил его Петисов. Ну хорошо, здесь Андрей Трепилов вышел из ворот, клюшку поставил. Вот, видите, подножка. Теперь наши уже будут иметь преимущество. 9 минут и 51 секунда остается до окончания первого периода. Напомню, что вы смотрите трансляцию из Оттавы, из дворца спорта Coral Center, где встречаются в полуфинальном матче сборные России и Соединенных Штатов Америки. 0-1. Наши ребята проигрывают. И вновь шайба пропущена на роковой 26-й секунде. Что-то нам не везет. Вот первую минуту с американцами надо было выстоять. Может быть, и такую задачу. Хотя кто бы мог подумать. Козлов, Ларионов и Ковалев. Нет, Могильный. Могильный на площадке сейчас. Городовский и Корпоратис. Это пара защитников. Олег, Олег! Не удается нашим сделать расстановку. Козлов на Ларионова. Вот Игорь Ларионов как раз в 81 году, 15 лет назад, появился в одной тройке. Ларионов, Макаров, Крутов, Сататонов и Петитов. Даже в пятерке в одной. Ну, пятерка как бы образовалась. Ну, кто же будет забивать? Нет. Опытный Майк Рихтера. Действие сегодня именно этого хоккеиста будет зависеть очень многое. Забирает шайбу Игорь Ларионов. Я продолжил, появился впервые вот в этом сочетании, и после этого на долгие годы наша команда получила отличную пятерку. Твердовский бросал, видите, выпустил шайбу Майк Рихтер, но у этого вратаря очень хорошая реакция, он как раз оптимального роста для голкипера, не высокий и не низкий, прекрасно занимает позицию и очень хорошо читает, видит игру, может предугадать ситуацию. В большинстве еще наша команда будет играть 47 секунд. Нет проброса. Хорошо, сейчас набрал скорость Валерий Зеликутин. Ковалев. Хороший, мощный бросок, но мимо цели. И шайба, к сожалению, покинула площадки. Площадку после того, как Владимир Малахов попытался перевести ее на противоположный фланг атаки нашей команды. Удачно сыграл против финнов Андрей Трепилов.
Ну вот опасный выход. Молодец Андрей Трефилов, молодец. Только бы не сглазить сейчас его. Федоров. Могильный. Могильный сыграл на Федорова, вернул шайбу. Не получился. Петисов и Зубов у нас на площадке. В равных составах уже играют команды. Нельзя сказать, что это был у нас лучший игровой отрезок. Брайан Смолинский. Хорошую, опасную передачу. Зря никто из наших ребят не пошел на этого парня. Восьмой номер. Молодой, но перспективный игрок. 24 года ему из Питтсбург Пингвинс. Вот сейчас у шайбы. Брайан Смолинский. Сейчас очень важно в первом периоде забросить шайбу. Несколько сразу наших игроков прокатились до их синей линии. Но постарайтесь никому шайбу не отдал. Опять постарайтесь шайбой. Галишин. Не получилось. Прочитал. Это комбинация Брайан Ли. До того, как Николишин расстался с шайбой, он уже знал, кому будет этот пас. Большой мастер хоккея Брайан Лич. Самый ценный игрок плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли 94 года. Ну вот теперь только бы не ввязываться вот в эти драки, потому что, безусловно, американцам они на руку. Темп они сбивают очень сильно. Американцы выигрывают. 6 минут 35 секунд остается до перерыва. Вы видите, там уже финал потасовки, которая произошла с участием Кейта Хачука. И этот игрок самый грубый в команде Соединенных Штатов Америки. Теперь у него уже 21 минута штраф, удален на 2 минуты. Наша команда имеет численное преимущество. Ну и еще этот парень забивал, 4 шайбы забросил и сделал одну голевую передачу. В том числе и нашу команду в Нью-Йорке огорчил. Андрей Коваленко. Смена у нас защитников. Вот видите, Твердовский играет в паре сейчас с Владимиром Малаховым. Может быть, травму получил. Бросок поворотом, и Трефилов хорошо вступил в игру. Лафонтен атаковал. Наши ребята нет, никак не удается на скорости им войти в зону. Ну, нельзя сейчас в зону входить, будет офсайд. Федоров. Ну вот, кажется, вошли. Теперь нужно успокоиться. Не торопиться, может быть, с пасом. Могильный. Могильный не, кстати, упал. Ну, не специально, конечно. Зубов и Фетисов появились на площадке. Немчинов. На Сергея Зубова и на Федорова. Вот можно на фланг сейчас сделать. Еще один бросок поворотом. Рихтер далеко выкатился и без труда эту шайбу отбил. Просто за счет правильного выбора позиции сейчас выиграл Майк Рихтер. И ошибка. Вот чревато ошибки в средней зоне. Брэд Халл, 15 номер, капитан клуба Сент-Луис. До того момента, как Грецки не пришел в Блюз. Вот хороший момент. Можно слишком жесткую сейчас, резкую передачу сделал на Алексея Яшина, Могильный. Вячеслава Фетисова небольшая травма, но он играет, потому что и так проблема у нас с игроками. Шумнов травмирован. Сергей Гончар в этом матче участия не принимает, тоже травма. Житник. Ковалев. В равных составах уже играют команды, не разыграли наши лишнего. Хорошая передача, на пятачке никого нет. Нужно накрыть было пораньше Андрею Трефилову шайбу, потому что американцы на скорости. Те, Канате. Примерно миль, ну, может быть, 20-25 от Оттавы. Но клуб называется «Оттава Сенатор». И вот за этих сенаторов выступает Алексей Яшин. Ну,
Наши заставили ошибаться американцев в средней зоне. Это очень важно. Вот Уланов. Бросок с поворотом. Дебютанта сборной России. Не так просто вступить в игру. Момент сейчас был какой хороший. Я думаю, не до конца все-таки Сергей Зубов в нем разобрался. И защитник, а не нападающий. А в данном случае он выполняет не совсем привычную для себя роль. Играет впереди. Продрался сейчас. Буквально продрался. И вошел в зону Вячеслав Козлов. Ну, по-другому и не будет. У американцев сильная команда, хорошо сбалансированная во всех линиях. Есть лидеры. Нарушены правила зоны офсайд в Америке. Результативно играет. Три заброшенные шайбы и две голевые передачи. 9 бросков по воротам. Вторую шайбу он россиянам забросил. И открыл счет в матче с американцами. Так что за ним тоже глаз да глаз нужен. В матче с канадцами, да, простите. Наши сейчас имеют преимущество. Россияне больше атакуют, чаще находятся в зоне соперника, и моментов создано немало уже. Но вот нет завершающего одного точного броска. Ларионов сейчас в углу площадки. Вроде бы на первый взгляд малозначительная деталь. От Петисова легко очень ушел. Но подстраховали. Подстраховали нашего капитана. Дмитрий Юшкевич это сделал. Малинский рвался к воротам. Вроде бы на первый взгляд, ну что там в углу площадки, кто шайбу выиграл, кто проиграл, но от этого зависит очень многое. Федоров. Могильный. Нет никого на пятачке, кому сделать передачу? Федоров. Могильный, но все происходит за воротами. Петисов. Хорошо. Вот сейчас. Кому? Вот только сейчас Могильный появился на пятачке. И Зубов ошибся в передаче. Не хватает нам центрального форварда. Хорошего центрального нападающего. Прекрасно сейчас и технику, и реакцию продемонстрировал Андрей Трефилов. А мы знаем, что этот хоккеист, 15-й номер, бросать умеет. В команде США. Вот, действительно, может быть, какая-то путаница у меня есть. Прошу прощения, потому что игроки все играют в национальной хоккейной лиге. Американцы, канадцы, даже трудно в этом деле разобраться. Ну, в частности, Рон Уилсон, главный тренер американцев. Он сам родился в Виндзоре. Этот город находится рядом через реку Виндзор с Детройтом. Канадец, но тренирует сборную США. И успехов добился именно с американцами. Будет еще возможность представить этого тренера. Ну, может быть, какие-то детали я добавлю к тому портрету, который вы уже знаете. Американцы пытаются играть на контратаках. Надо сказать, что они у них неплохо получаются. Как можно это прокомментировать? То, что американцы строят правильно свою игру, они играют на контратаках и играют, в общем-то, неплохо. Ну что, было удаление, не было. Ну вот видите, Валерий Зелепукин наказан 4-минутным штрафом за неспортивное поведение. Терри Грегсону не понравились, наверное, слова нашего хоккеиста. Английский Зелепукин знает. Кол. И счет в матче становится 2-0. Да, Брэд Халл забросил вторую шайбу. Как неприятно это говорить, но профессия обязывает. За 14 секунд до окончания первого периода счет становится 0-2. Брэд Халл забросил вторую шайбу. Ну, нужно успокоиться сейчас Валерию. Действительно, не драться же с арбитром. Ничего этим не докажешь. Единственное только, что себя расстроишь.
Зелепукин покинул вообще площадку, вообще ушел. А ему еще отбывать на скамейке. Вот напротив его фамилии горят цифры 3 и 44 секунды. Ну, не успел просто, не успел накрыть шайбу Андрей Трифилов, и защитники здесь не очень расторопно наши команды сыграли. Видите, и Трифилову трудно было, потому что видимость его закрывали. Вот он руками отталкивает американского хоккеиста, и тут же следует бросок по воротам. Шайбу он отражает, но следует второй бросок. Что ж, Брэд Хау становится лучшим бомбардиром. 3 заброшенные шайбы на его счету. И 4 голевые передачи. Шайба. Ну, будем надеяться, что наши ребята найдут в себе силы. Главное сейчас не завестись и не винить во всех грехах арбитра. Бросаются американцы под самый занавес этого периода, чтобы забросить еще одну шайбу, третью, но у них этого не получается. Сборную Канады в 77-м году, может быть, вы об этом слышали, но кто не слышит, буквально несколько слов, что когда Зенин, чемпионате мира за сборную Канады выступали впервые профессионалы, и тогда они дважды проиграли нашей команде. Сначала 11-1 выиграла сборная Советского Союза, 4 шайбы забросил Александр Якушев, и после этого канадцы проиграли 1-8. Ну, это, как говорится, дела давно минувших дней. Ну, а сейчас и наша команда вчетвером еще будет минуту и почти 15 секунд защищаться против американцев. И период очень важный. Если наши пропустят шайбу, то примерно будет как в матче с финнами. Финны тогда, проигрывая нашей команде 0-3 в четвертьфинале, здесь на этом же льду уже практически, ну так, скорее всего, по инерции сопротивлялись, потому что профессионалы понимали, встреча практически уже, да и теоретически проиграна. Но это полуфинал. Здесь может быть все по-другому. Вспомните игру в Филадельфии, когда канадцы встречались со шведами, и канадцы выигрывали 2-0, и казалось бы, все уже, никакой беды нет. Но пропущена одна, такая очень слабая была шайба канадским вратарем, после этого была забита вторая, и овертайм, вот здесь уже до мгновенной смерти. Да, мне бы хотелось, конечно, как и вам, наверное, большего ждать от Сергея Федорова и Александра Могильного. Может быть, еще и наберут они оборотов вот в этом матче. Но пока... Пока все внимание обороне. Брэд Халл сейчас, если бы в касание атаковал ворота, то Лич, могло бы быть все по-другому. А так Трифилов успел, к счастью для нас, переместиться. Халл с острого угла. И опять все тот же Леклер. Правда, в данном случае все защищаются, забыли. Сборная России уже играет в полном составе, но Валерий Зелепукин еще будет уже меньше 10 минут находиться вне игры. Очень важно сейчас забить, забросить шайбу. Лучшие арбитры обслуживают матчи розыгрыша Кубка мира. Михайлов сказал, кто же тогда худший в Канаде. Я нисколько не склонен винить в поражении вот в этих двух пропущенных шайбах, вот так точнее будет сказать, судью. Но обидно бывает, когда от одного человека зависит настроение многих миллионов телезрителей и исход матча. Сейчас россияне в атаке. Проточил всю шайбу, но, может быть, Андрею Коваленко чуть пораньше стоило с ней расстаться. Вышла шайба из зоны. Ошибся Фетисов. 16,5 минут остается до окончания второго периода. Вот сейчас, пока была пауза в матче, показали здесь на большом табло, которое находится... Момент опасный. Ковалева шайба сошла от клюшки. Показали, как травму получил Павел Буре. И как раз в этом виновен Брайан Лич, второй номер команды Соединенных Штатов Америки. Вот сейчас момент. И американцы в этом моменте не разобрались. Вот Лич с шайбой. Да, обидно, что Павел не выступает на этом турнире, но... Лич. Самый атакующий защитник команде США. И контратака. Трое против двух. Ковалев.
бросок, а можно было сделать передачу, мог. Я вот говорил о том, что отец Уилсона руководил командой США. Нет, это его дядя в 77-м году вот так бесславно руководил командой Канады. Вот теперь сказал все правильно, когда Фил Эспозито выступал Джильбер за национальную команду этой страны на чемпионате мира. Но Уилсон сборную России обыгрывал. Правда, это совсем другая команда. Непонятно, что сейчас хотел сделать Могильный. Зубов. Близился Вячеслав Фетисов с американским игроком и после этого решил бросить поворотом. Федоров. Могильный. Могильный. Вот теперь уже не бросает. Немчинов. Оставляет Федорову, а Федоров не пошел на эту передачу. И шайба выброшена из зоны. Да. Наша команда проигрывает. 0-2 в полуфинальном матче команде Соединенных Штатов Америки. Напомню, что вы смотрите трансляцию на российском канале из Оттавы. Розыгрыш Кубка Мира. Поменяли наши тренеры состав. Сейчас уже на льду Ларионов, Козлов и Коваленко Андрей. Ларионов отобрал шайбу. Есть еще время. Зубов один. Вот только сейчас шайбу получает. Не очень хорошо наши расположились. Нет. Конечно же, так не дадут просто даже бросить поворотом. Очень хорошо канадцы, простите, американцы, обороняются, защищают Пятачок и уже в равных составах играет команда. Да, Пятачок и сделал одну колевую передачу из клуба Колорадо Аваланж, обладатель Кубка Стэнли. Гордовский, Ковалев. Хорошее подключение защитника, но Твердовский. Нет, и опять выкатываются американцы неплохо. Накрывают нашего защитника. Вот здесь нужно очень тонко сыграть. В 89-м, 93-м и 96-м году. Норрис Троттер. И 6 раз был участником звездного матча All-Star Game. Нет, передача не дойдет до адресата. Но минута у нас еще есть. Даже больше. Офсайд. Выступление за сборную нашей страны. Тех хоккеистов, которые сейчас на площадке. Второй номер. Из клуба Detroit Red Wings. Команда, которая уже второй раз выигрывает регулярный чемпионат, но никак не может выиграть Кубок Стэнли. Вот какой момент. А американцы как раз славятся тем, что могут и в меньшинстве забрасывать шайбы. И они это уже доказали. Не видим. Темп сейчас очень удобный для американцев. И не быстрый, и не медленный, такой средний темп. Наши идут вперед охотно. Все правильно. Американцы контратакуют. Ошибся сейчас Трефилов, может быть, впервые в этом матче. Вышел из ворот, а шайбу хорошо не выбросил. Хорошая передача, а здесь никого нет. Кому нужно возвращаться назад? Игорь Ларионов, как раз вот мастер хороших передач. Он ошибся. Ковалев. На пятачок, а на пятачке никого нет. Каспарайте сейчас сделал неточный пас.
побыстрее наши ребята, побыстрее стараются играть быстрый хоккей. Когда это получается, то и опасные моменты возникают у чужих ворот. Вот хорошее. Трое против одного. Ну как распорядиться шайбой? Штанга! Гол! Гол! Сборная России забрасывает шайбу. И американцы пусть и выигрывают, но уже у них нет такого преимущества. Ну что ж, наша команда один гол отыграла. Сергей Березин, он автор этой шайбы. Сейчас мы увидим повтор этого момента. Ошиблись американцы в атаке, пошла контратака. Да, вот шайба попала в штангу, в перекладину. Вспышки фотоаппаратов. Что, гол не засчитан? Сейчас специальная просмотровая комиссия будет этим заниматься. Ну, красный-то фонарь за воротами американцев зажегся. Не видно, остановились здесь, сделали стоп-кадр. Какое решение примет арбитры? Засчитают гол или нет, нам показывают Березина, Сергея Березина, который все-таки стал автором заброшенной шайбы. Ну что ж, я очень рад за этого игрока, за сборную России. Наша команда выигрывает. То есть не выигрывает, наша команда забросила одну шайбу. Психологическое преимущество на стороне уже россиян. Потому что американцы вели себя так расслабленно, я бы даже сказал, чуть-чуть нагловато. Ну что ж, еще 10,5 минут играть. И вот сейчас очень важно здесь не ошибиться. Где шайба? Потерял ее Андрей Трефилов. Думал, что она прижата ко льду, но шайба в игре. Не получилось у Яшина убежать. Должен сказать Алексей свое слово в этом дворце спорта. Ведь Coral Center — это для него очень хороший, хорошо знакомый лед. Уже не первый сезон он проводит в составе клуба «Оттава Сенатор». Гол. И американцы очень быстро опять выходят вперед. Да, разница в две шайбы восстановлена. Ну что ж, обидно. Амонте. Амонте забросил третью шайбу в составе сборной США. Вот только чуть-чуть мы вздохнули с облегчением. Появился луч надежды у нас. Как тут же ошибка в обороне, причем грубо и практически беспрепятственно. Тони Амонте, 11 номер команды США, забрасывает третью шайбу. Тони Амонте. Это его первый гол на турнире, а еще у него две голевые передачи. Он так же, как и Крис Челиус из клуба Чикаго Блэк Хоук. Четыре представителя в составе США. Сборные США играют из команды «Черных ястребов». Как раз вот Игорь Уланов был шайбой. Ну, теперь опять момент такой психологический. Чемпионат мира как раз под руководством Михайлова. И здесь собраны лучшие наши силы, поэтому я думаю, что давайте мы вот так сейчас тоже чуть-чуть подождем. Мне кажется, что должны быть еще изменения к лучшему, потому что наши ребята настраивались на эту игру и постараются, пусть и находятся не в лучшей форме еще до начала чемпионата в НХЛ, который стартует в октябре, есть время, но здесь все в одинаковой форме, кстати, играли самые трудные поединки, плей-офф, и Федоров играл в финале Кубка Стэнли, так что нет, офсайд, к сожалению. Я могу сказать несколько слов о погоде, что сегодня в Оттаве весь день идет дождь, и если бы это был футбол, можно было бы сказать, что это спартаковская погода, так неизвестно кому на руку. Вот Могильный как раз атаковал, но Майк Рихтер на месте. И
опасно, американцы опасно атакуют. Наши как бы чуть-чуть задерживаются, особенно в обороне это заметно. Американцы как победители на предварительном этапе в североамериканском дивизионе были освобождены от матчей четвертьфинала, они ждали соперника, что причину. А мне кажется, вот в настрое особенно в том, что пропустили опять очень быстро первую шайбу. Но сейчас нужно постараться сыграть повнимательнее, особенно в обороне. Бросок. И получает травму игрок сборной России. Это Вячеслав Козлов. Поэтому встреча остановлена из клуба Detroit Red Wings. Ну, вообще много травм на этом турнире. Да, в лицо ему попал клюшка американский хоккеист. Я думаю, самым лучшим ответом, как это ни звучит, так несколько уже банально, будет заброшенная шайба. Нельзя входить в зону. Твердовский. Американцы аккуратнее играют в своей зоне. Айлендерс, островитяне, очень популярны в этом городе. Команда, которая 4 раза выигрывала Кубок Стэнли, сейчас переживает не лучшие времена. И вот один из тех, на кого надеется руководство, Дариус Каспарайтис. Яшин. Сошла шайба с крюка у Яшина, а он атаковал, не заметил этого. Твердовский играет сейчас и Зубов. Когда у нас на льду лишний хоккеист, уже не выпускает Вячеслава Фетисова. Может быть, травма дала себе знать, а может быть, столкновение с Хетчером. Твердовский. Ну, может быть, не торопиться сейчас нашим ребятам. Нужно Зубов побросать, побросать. Ковалев, Зубов. Ковалев. Вот бросок. Рихтер. Головой Яшин сейчас сыграл, но подработал себе шайбу. Зубов. Ковалев. Зубов и Ковалев выходили в таком сочетании в клубе Нью-Йорк Рейнджерс в 94 году, когда выиграли Кубок Стэнли. Но тогда вместе с Зубом выходил Брайан Лич. Козлов, все в порядке с ним. Федоров. Зубов. Поторопился сейчас Сергей. Вот, хорошая передача. Пытались сейчас наши ребята уже закатить шайбу в американские ворота. А ведь в неубойной зоне находился Сергей Федоров. И хотя передача Козлова была опасной, все-таки не до такой степени. И вот контратвет. Гол. Ну вот американцы в меньшинстве забрасывают еще одну шайбу. Это сделал Брэд Халл. И счет становится 4-1. Он присутствует на этом матче. Положение обязывает. Смотрим. Не самое опасное. Дали беспрепятственно. И какому игроку? Брэду Халлу. Он уже забросил одну шайбу. Один из лучших хоккеистов национальной хоккейной лиги, у которого столько титулов, который прекрасным броском обладает. И четвертая шайба Брэда Халла в этом турнире. Ну, чтобы еще его чуть-чуть представить, я могу сказать, что он становился лучшим снайпером национальной хоккейной лиги 3 раза. Брэд Халл. Трефилова. Это шайба на совести защитников. Наши играли в большинстве. Посмотрим, как поведет себя сборная России. Болельщики-то переживают за наших ребят.
вот Качакан. Итак, сейчас команда играет в равных, но не полных составах. Нет, простите, россияне имеют на одного игрока больше и хорошая возможность для того, чтобы отыграть еще одну шайбу. 4 минуты, чуть больше остается до окончания второго периода. Наша сборная проигрывает в полуфинале 1-4 команде США. Пас. Алексей Ковалев. Передача была ему сделана не совсем удобная. Ковалев. Попытаться бы разыграть шайбу, не просто так бросать. Вот хороший. Американцы у своих ворот сосредоточили основные силы. Ковалев еще раз атакует. Яшин. Твердовский. Молодец, встретил сейчас соперника и помог сохранить шайбу. Вот Ковалев сыграл небрежно, уже не в первый раз. 2 раза атаковал из неудобной позиции, а сейчас шайбу потерял в безобиднейшей ситуации. Смена состава проходит по ходу встречи и у американцев, и у нашей сборной. Еще 30 секунд. Россияне будут в большинстве. И вновь шайба вышла из зоны. И вновь американцы ее отправляют в зону России. В зону сборной России. Ну, можно сказать, что команды в равных составах. Федоров. Как будто специально вот наши игроки ждут, когда к ним приблизится соперник, и после этого начинают бросать поворотом. В равных составах играет сборная США. В полном составе играют американцы. И опять ошибка в обороне. Но на этот раз не получился бросок у Джона Леклера. Могильный. Ларионов сделал передачу, но так плотно Могильного вдвоем держали, что даже если бы пас попал, точно трудно было бы что-либо сделать Александру. Побыстрее наши заиграли. Пас. Штанга и... Нет. Нет, шайба не пересекает. Как обидно, а? Шанс. Вот видите, бросок поворотом. Еще один. И... Видите, в самую последнюю секунду защитник команды США вынес шайбу с линии ворот. Некому здесь добить. А Николешин уже находился за воротами команды Соединенных Штатов Америки. Это сборная Канады. Ну, а кто будет вторым? Пошла последняя минута второго периода. Яшин. И вот будет бросок поворотом. Рядом просвистела шайба. Еще один. Отстояли наши ворота и тут же потеряли шайбу в средней зоне. Алексей Ковалев ошибся. Твердовский. Ну, действительно, у Ковалева матч на матч не приходится. Здорово сыграл с финнами, забросил первую шайбу. А здесь пока игра не идет. Зубов. Ну, сейчас будет проброс. Да. Хотелось, чтобы у него было просто хорошее будущее. А вот какое будущее будет у нашей команды, я думаю, это мы узнаем, лишь посмотрев заключительный период полуфинального матча сборной России США. Этого очень трудного матча с командой Соединенных Штатов Америки. Игра проходит в Оттаве на льду Coral Center.
Напомню, что вы смотрите трансляцию из Канады, организованную творческим объединением «Арена российского телевидения». Ну и сейчас у нас на льду стартовая тройка нападения. И защитники – это Уланов, и вместе с ним играет небольшая перестановка в рядах нашей команды. Видите, Уланов теперь уже стал играть в обороне. И Дмитрий Юшкевич. Да, играет с ним, вместе с ним Немчинов, Федоров и Могильный. Вправе, безусловно, вправе мы ждать от этих наших нападающих более активных действий и, прямо скажем, более результативных. Ларионов. По очень похожему сценарию развивается этот матч. Похожему на первую игру в Нью-Йорке, когда наша команда также... Ох, был у Ларионова опасный момент, пропустила. Ну, нет, не получается и здесь пройти Майка Рихтера. Да, момент был сейчас отличный у Андрея Коваленко. Когда американцы выиграли у нас в Италии со счетом 3-1. Также на чемпионате мира. Ну и сейчас сборная США выигрывает. Фетисов на Ларионова. Ларионов, ну, я думаю, что в 81-м году вопрос бы не стоял о том, обыграет Ларионов один в один соперника или нет после такой передачи Фетисова. Скорее всего, однозначно обыграл, но времена меняются. Фетисов пошел на подключение. Зубов, гол! Но вот очень важная шайба, может быть, она сейчас по-другому заставит развиваться сюжет этой встречи. Сергей Зубов забрасывает вторую шайбу в нашей команде, и после его броска счет становится 2-4. Ох, как бы мне хотелось, чтобы наши ребята сейчас не пропустили. Все, практически все болельщики Корал-центра аплодируют броску, кистевому, очень хорошему броску Сергея Зубова. Вот сейчас мы только посмотрим, никто не подставил клюшку. Нет, по-моему, чисто шайба влетела в самую девятку. Сергей Зубов на ваших экранах. Ну вот, я слышу официальное объявление, что автором этой заброшенной шайбы стал Сергей Зубов. Ассистировал ему Игорь Ларионов и Алексей Ковалев. Вы знаете нашего защитника. Он выступал за клуб Нью-Йорк Рейнджерс в 94-м году. В паре с Брайаном Личем играли эти игроки. Очень мягкие в обороне, но в то же время еще пройти их было нелегко. Московский армеец Сергей Зубов, он 5 лет отыграл в ЦСКА. И еще до окончания третьего периода 17 минут и 27 секунд. Игра 4-4 на пользу пошла европейцам. Уланов. Это был не бросок поворотом. Это была передача на Могильного. Но Могильный был закрыт. Могильный. Федоров. Вот Уланов пошел в зону. Федоров, но у него на клюшке висит защитник. Пытался сохранить шайбу Сергей Федоров. Уже стоя на коленях продолжал борьбу, и все-таки потеря. Уланов. Перестановки произошли. Уланов теперь уже играет на привычном, на более привычном для себя месте, на месте защитника. Ларионов. Могильный потерял шайбу. Вышли удаленные хоккеисты. Команды играют 5 на 5. Нельзя так долго думать в своей зоне. Нужно чуть побыстрее. Уланов и... Не смогли наши ребята полностью провести смену. Сейчас внимательно смотрит на табло, сколько же осталось до окончания третьего периода. Но если эта встреча закончится в ничью, то тогда будет дополнительное. Время уже два овертайма в полуфинале прошли.
Канадцы встречались со шведами. Шведов никто не упрекнет, что эта команда, выиграв все три матча в своем дивизионе, в своей группе, приехала только на одну игру в Северную Америку и проиграла. Проиграла канадцам, но в очень упорной борьбе. Сейчас наши в атаке. Кто-то будет завершать. Много передач, но нет броска по воротам. Американцы уже жмутся к своим воротам. И вот сейчас очень важен, чтобы был у нашей команды, нашелся такой игрок, который поведет за собой и забросит еще одну шайбу, безусловно. Тогда совсем уже по-другому пойдет встреча. Фетисов сейчас шайба. Фетисов, Зубов по-прежнему на льду. Ларионов. Ларионов играет. Ковалев и Березин. Да, Сергей Березин под 20-м номером. Немного поиграл на Кубке мира этот хоккеист Сергей Березин, но, тем не менее, вот в этом матче оставляет очень хорошее впечатление, особенно своим настроем на игру. Не получился у Яшина передача. Твердовский успеет к шайбе, но все-таки она выходит из зоны, и нужно возвращаться. Нет, и Каспарайтис не точен. Брайан Лич и Дарьон Хэтчер, это пара защитников сейчас на льду у американцев. Время идет, нашим нужно ребятам торопиться. Но и спешка здесь не нужна. Каспарайтис, Яшин. Сетевой бросок цели не достигает. К Яшину, Ковалеву. Ну и еще раз напомню, что проигравший из борьбы за трофей выбывает. Однако российское телевидение, как бы не закончило встречу, наша команда будет вести репортажи о финальных матчах. Одна игра состоится в Филадельфии и две в Ванкувере. Третья встреча, если потребуется. Немчинов. И ошибка в зоне. Немчинов подхватил шайбу, исправил в какой-то степени свою оплошность. Американцы очень быстро отходят к синей линии. Выстраиваются и ждут наших игроков. Чуть не нарушили сейчас численный состав американцы, и, может быть, воспользуются этим россияне. Передача не получается. Не получается передача. Еще одна у Могильного. Ларионов, Могильный и Немчинов сейчас. Вот такое сочетание уже у нас. Не вижу на льду 13-го номера нашей команды. Козлован. Можно самому дальше идти. Пас! Кому? Непонятно и куда. То же самое. Андрей Николишин делал передачу. Теперь нужно возвращаться. Но Зубов играет хорошо. Можно играть. Задумался на секунду Андрей Трефилов, но правильное решение принял. Иначе было бы вбрасывание в нашей зоне. Россияне имеют сейчас преимущество. Но и контратаки американцев опасны. О них забывать не нужно. Уже мы были наказаны. Фетисов. Только так вот входим в зону. И опять выходим. Ковалев. И такая ошибка. Хау! Да, что-то действительно сегодня у Алексея Ковалева игра не клеится. Дарьос Каспарайтис против брата Хала применил силовой прием. Вы видите, как канадцы болеют за наших игроков. Восторженно встречают силовой прием. Но вот теперь не нужно только Дарьосу Каспарайтису в драку ввязываться. Видное наказание. Кейт Качак, самый недисциплинированный по штрафам в команде Соединенных Штатов Америки. Команда играет опять в неполных, но равных составах. И в этом периоде уже один раз сборной России повезло. Сергей Зубов забросил вторую шайбу, именно когда команды играли 4-4. Может быть... Нет. Такой, знаете, затяжной, не очень решительный проход к воротам мог закончиться взятием. А нет, я, к сожалению, ошибся. Сборная России играет впятером. Да, у нашей команды преимущество.
У нашей команды преимущество. Брэд Халл удален на 2 минуты. Твердовский сейчас сделал передачу на Андрея Николишина. Твердовский, не торопиться нужно. Торопится. Торопится Олег Твердовский. Побыстрее наши ребята стараются забросить шайбу, но это понятно. Времени остается не так много. Ларионов. Хорошая передача, Зубов, но нет, бросать уже не дают, слишком поздно, и Николишин поздно заметил эту шайбу. Ларионов выбирает момент для атаки. Вот передача на пятачок, Рихтер. Нет, шайба не попадает в ворота после броска Андрея Ковалева, все было сделано отлично. Зубов, бросок нужен, бросок по воротам, но... Замедлил сейчас. И выход один на один. Молодец. Браво. Браво, Андрей Трифилов. Наша команда могла забросить, но могла и пропустить. Да, задумался сейчас. Задумался Андрей Коваленко, куда и как атаковать. И чуть не пропустили. Но еще опасность не миновала. И опять Андрей Трифилов ловит шайбу. 9 минут и 22 секунды остается до окончания третьего периода в матче полуфинала Россия-США 2-4. Вот нам показывают Майка Рихтера, игрока сборной Соединенных Штатов Америки, голкипера, который пропустил в этой игре только две шайбы. Вот момент, когда мог поразить ворота Андрей Коваленко. Еще раз он выходит из-за ворот. Видите, Рихтер успел переместиться. Это он подставил клюшку. Ну, можно только сказать браво. И выход один на один. Подождал Андрей Трифилов, как будет играть соперник. А это Кейт Качак, который был наказан 2-минутным штрафом, мог сейчас поставить все точки над «и» в этом полуфинальном матче. Качак подставлял клюшку. Невыдержанный, но надо сказать, что по-спортивному злой игрок. Наверное, и так вот прощаются ему за это некоторые погрешности. Ковалев. Кевин Хэтчер. Здесь заминка произошла у нашей команды. Ковалев бросил шайбу в зону, и пошла смена. Уланов, Ковалев. Ну, может быть, сейчас Ковалев. Нет. Скрытая передача, но не точная. Нельзя было входить в зону, даже если бы не было силового приема. Встреча была бы остановлена, потому что офсайд. Стиворолд ананас. Неповторимый и сверхустойчивый вкус. Американцы выиграли вбрасывание, и шайба застряла в средней зоне. Федоров. Как только шайбу подхватывает Сергей Федоров, тут же кто-то из американцев бросается на него. Стремглав. Каспарайтис. Хорошая передача. Немчинов. Пас на пятачок. Шайба застряла. И... Вы знаете, мне кажется, арбитр чуть-чуть поторопился со свистком, потому что не до конца Майк Рихтер контролировал шайбу. Ему показалось, что он накрыл ее, но на самом деле шайба выскользнула из-под него. Александр Могильный на ваших экранах был в свое время капитаном. Это первый капитан из россиян в клубе Buffalo Sabres. Сейчас выступает. Вот, видите, рукой ее выбросил из... зоны ворот Брайан Лич. Потому что выскользнула шайба из-под Майка Рихтера. Да, 8 минут и 7 секунд еще играть. По броскам наши проигрывают американцам 12
было в первом периоде у США 8. У нас 15 у американцев, во втором и 8 опять же у нас. Может быть, ситуация чуть-чуть улучшилась сейчас вот в третьем, но не уверен, не уверен. Еще раз смотрим момент. Когда Брайан Лич, опытный Брайан Лич, выручил свою команду. Уроженец Техаса. Его еще иногда называют рассеянным в Нью-Йорк Рейнджерс, но в игре это не сказывается. Он может после матча забыть сумку, ключи от машины или что-то такое, в общем. Прийти, например, расстаться, все нормально будет, а на следующий день на тренировку он придет со сломанной ногой. И такое тоже было. Трефилов опять выручил команду. Твердовский хорошо ушел от силового приема, а вот быстрого выхода из зоны нет. Американцы меняют тактику. То отходят к своим воротам, то пытаются, как говорят хоккеисты, повязать наших игроков в зоне. Нет, не успевает. К этому слишком сильная передача на Андрея Николишина. Сейчас 7,5 минут играть в третьем периоде. 4-2 американцы выигрывают в полуфинальном матче у команды России. Американцы тоже уже стали больше ошибаться. Сейчас они стараются играть в аккуратный хоккей. Ой-ой-ой, момент какой был, но повезло. И вновь этот Кейт Качак был на острие. Ларионов, нет, один в один обыграться не удается, но упустили шайбу. Зубов. Смена в нашей команде. Защитники Зубов и Фетисов остаются, а меняются нападающие. Ковалев. Березин, Сергей Березин и Яшин. Березин. Может быть, у него получится? Нет. До броска дело не доходит. И два американца против одного защитника сборной России. Гол. Счет становится 5-2 в пользу сборной Соединенных Штатов Америки. А времени до окончания третьего периода остается всего 6 минут и 3 секунды. Да. Прозевали наши хоккеисты контратаку, очередную, я бы сказал, контратаку американцев. Мэтью Шнайдер, защитник сборной США, забрасывает вторую шайбу на этом турнире и свой первый гол в этом матче. Не стал ни с кем делиться. Очень хороший, четкий бросок в дальний угол, и шайба от штанги попала в ворота Андрея Трефилова из сборной России. Посмотрите, видите, под неудобную руку, где находится клюшка вратаря, атаковал Мэтью Шнайдер, опытный игрок из Торонто. Вместе с клубом Монреаль Канадиенс выиграл кубок Стэнли. Его вот так называют еще середнячком в команде. Он из тех игроков, которые носят пианино, а другие, вот, как говорят, на нем играют. Но сейчас как раз именно он исполнил очень хорошее соло на этом самом пианино, которое принес для себя. Точнее, наши игроки ему принесли это пианино. Да, остается совсем немного времени. И теперь, я думаю, нужно, как говорится, уже через не могу сыграть и проявить на 100% характер. Только в этом случае можно добиться результата. Очень важно забросить побыстрее нашим ребятам третью шайбу. Если получится, тогда еще шансы останутся. Если нет, то, увы, сборная России, Dream Team нашей страны из турнира выбывает. И в финале встретятся американцы и канадцы. Ну, посмотрим. Действительно, затихли трибуны, 18,5 тысяч болельщиков. Ну, наверное, из них 18-то точно болели за нашу команду, потому что канадцы очень хорошо
относится к отечественному хоккею, советскому, к российскому хоккею, и все ждали финала Канада-США. Канада-Россия, но теперь вот получится, как я сказал, Канада-США. Да, я думаю, что, наверное, все-таки наши игроки очень поверили в свои силы после поражения 5-0 над финнами и опять в который раз недооценили американцев. А те грамотно очень сыграли, хорошие команды. Тут про многие сборные говорят, что они сильнейшие в истории у финнов, у шведов и у американцев, хороший состав. Мне кажется, что все это относительно. Нужно быть сильнейшим именно действительно вот в данный момент, в данной игре. И американцы пока на этом турнире еще никому не проиграли. А вот сборную России обыгрывают уже во второй раз. Твердовский. Яшин. Чуть-чуть больше 3 минут еще остается до окончания. Американцы в атаке. Хорошая была передача. Все сделал очень грамотно сейчас игрок команды США. Брайан Смолинский. Хорошо выманил на себя и защитника, и вратаря. Вот теперь понятно, американцы не торопятся, но могу сказать вам, что некоторые зрители уже покидают свои места. Ну что ж, вот он на ваших экранах, Мэттью Шнайдер, 27-летний защитник из клуба Торонто Мэйпл Лифс и из клуба Айлендерс, где он провел один год. А до этого 7 сезонов играл за Монреаль Канадиенс. Именно он забросил в наши ворота 5-ю шайбу, а я, конечно же, оговорился, потому что сборная России выиграла в четвертьфинальном матче со счетом 5-0 у команды Финляндии. Наверное, это безусловно так, что ошибки игроков российской команды передаются и комментатору. Вообще, хороший и плохой репортаж, это зависит от того, как играет твоя команда, команда твоей страны. Ну, наши ребята пытаются атаковать. Сейчас Игорь Уланов уже сделал свой, по-моему, второй бросок в этом матче по воротам. Остается чуть больше 2 минут до окончания матча. Я думаю, что можно смело сказать, уже до окончания матча канадцы, американцы практически не играют, а канадские болельщики все-таки стараются еще поддерживать нашу сборную. Верят в чудо. Рукой сейчас уже, рукой. Это Лафонтен атаковал ворота. Но вот здесь очень важно, чтобы все успокоились. Ну что здесь выяснять отношения? По неписанным канадским правилам, когда два хоккеиста дерутся, третий должен оставаться в стороне, и только арбитры могут вступить в эту схватку, если игроки оказались на льду. Так получилось, что Игорь Уланов, вот он, 4-й номер из Воскресенского Химика, сейчас выступает за клуб Tampa Bay Lightning, вступил в схватку с Джоэлем Отто. Ну, понятно, кто здесь первый начал. Единственная, конечно, оплошность получилась со стороны Игоря Уланова, что он оказался на льду. Но, тем не менее, все-таки кровь появилась на лице его обидчика. По-моему, уже Джоэль Отто просто покинул площадку. Осталось играть еще минуту 56 секунд в третьем периоде. 5-2 американцы выигрывают у сборной России. И, наверное, не стоит уж так вот совсем лукавить. Я думаю, теперь ничто не помешает этой команде выйти в финал и во второй раз, а так было в 91-м году, встретиться в финале. Правда, тогда это был другой турнир, розыгрыш Кубка Канады. Встретиться в финале с командой Канады. Тогда, 4 года назад, американцы дважды проиграли. 1-4 и 2-4. Но теперь, как говорится, совсем другое дело. У американцев несколько иная команда,
И у канадцев многие, те, кто задавали, из тех, кто задавал тон, они повзрослели и от этого, ну, стали опытнее, но не стали играть быстрее. Тем более, что на этом турнире уже американцы обыгрывали сборную Канады. Так что все может быть. Ну, а я хочу вас, уважаемые телезрители, предупредить о том, что творческое объединение «Арена» российского телевидения будут продолжать трансляции. Вы увидите первую финальную игру, которая состоится в Филадельфии. После этого весь финальный караван переедет в Монреаль, в Молсон-центр, и там будет вторая игра. А если потребуется, то и третья. Так что мы будем транслировать эти матчи в Канаде и в Соединенных Штатах Америки. Но больше, конечно же, в Канаде интерес к этому турниру большой. Даже японское телевидение транслирует поединки Кубка мира. Ну вот 10 минут Игорь Уланов получил. И столько же получил Джоэль Уотта. Так что эти игроки выпали до конца матча, а наша команда имеет еще на одного игрока больше. Может быть, удастся нашим ребятам изменить сценарий первой встречи с американцами и выиграть, то есть проиграть, но более достойно в две шайбы. Но посмотрим, чем еще этот выход закончится. Поймал шайбу Андрей Трефилов. В меньшинстве, но американцы атакуют. Верны себе. Действительно, хорошая команда. И мне кажется, что самое главное, что у нее есть характер. Американцы поняли, настало их время, настал их час. И они не хотят больше быть вторыми после канадцев. Хотят доказать, что американский хоккей не хуже. Пошла уже последняя минута. А если быть до конца точным, то осталось 30 секунд до финальной сирены. Сборная России проигрывает. Да, были у нашей команды на этом турнире хорошие матчи, были, прямо скажем, не очень. Но я думаю, что в этой игре многое могло бы получиться по-другому, если бы и характер наши ребята проявили. В первую очередь лидеры Могильный, Федоров. И если бы не пропустили так быстро первую шайбу. Однако, если бы ДКБ, все случилось по-другому. Вот она, финальная сирена. Теперь команды пожмут руки друг другу. Вы знаете, что в традициях Национальной хоккейной лиги только после финального матча розыгрыша Кубка Стэнли клубы пожимают команды. Игроки, которые выступают в этих командах, пожимают друг другу руки, то есть как бы они прощаются уже. Вот здесь сейчас произойдет то же самое. Американцы поблагодарят своим рукопожатием сборную России за участие в этой игре и попрощаются с нашей командой. Да, действительно, сборная России завершила свой турнир. Напомню, что наша команда начала с поражения в Ванкувере со счетом 3-5. Мы проиграли канадцам. После этого выиграли у команды Словакии и уступили американцам со счетом 2-5. И вот с таким же счетом в полуфинальном матче опять проиграли сборной США. Но перед этим в четвертьфинале обыграли со счетом 5-0 Финляндию. Может быть, эта игра несколько и успокоила. А безусловно, наши болельщики ждали большего от Dream Team России. Ведь собрались все лучшие. Куда уж, как говорится, сильнее Федорова, Могильного. Зубова, Коваленко, Малахова, Николишина, Шталенкова, Трефилова, Ковалева. Многих-многих игроков. Каспарайтеса, Козлова, Зелепукина, Ларионова, Твердовского. Ну, сейчас назвали третью звезду в этой игре. Это Сергей Березин, автор первой шайбы нашей команды в этом матче. Очень старательно Сергей провел всю встречу. Безусловно, Майк Рихтер заслужил звание второй звезды. Ну, а первый станет звездой Брэд Хау. Итак, Брэд Хау стал лучшим игроком этого матча. На его счету две заброшенные шайбы, одна из которых побывала в наших воротах, когда команда Соединенных Штатов Америки находилась в меньшинстве. Ну что ж, уважаемые телезрители, вот американцы так забыли, наверное, про рукопожатие, но все-таки решили вернуться и наши игроки. Американцы отправляются в Филадельфию, а наша команда разъезжается. Dream Team России образца 96-го года закончила турнир. И прямо надо сказать, что закончила его не на оптимистической ноте. Действительно, мы хотели видеть...